Так, вот в такой коробочке получил я паяльник. Вот название его из трех букв. Модель 936D. Около D маленькой стоит галочка. Значит, 220 вольт. Ну и в инструкции написано 65 ватт. Так. Сам паяльник был упакован. Такой пластиковый блистер. Вот. Также была здесь подставка под паяльник, инструкции, гарантийный талон. Ну, сейчас их нет. Инструкция на китайском. Сложно там что-то уловить. Вот, поэтому смотрим внимательно, читаем обзор. Ссылку я дам под видео. Еще раз повторяю, все подробности в обзоре видео, это просто дополнение. Так, вот такой вот паяльник. Жало стандарта Хака 900М серии. Нагревательный элемент — это керамика. Вот здесь характерная бороздочка. Никаких замазок нет. Чисто керамика. Так, еще раз. Модель 936D, 220 вольт, 60 ватт написано. Так, разбираем дальше, смотрим. Так, вот у нас нагревательный элемент. К нему подходит 4 провода. Значит, с термопарой. То есть, должна присутствовать термостабилизация. Ну и тут схема управления. И индикатор. Я обозревал не так давно паяльник. Вот, очень похож по своей схемотехнике. Единственное, здесь вот еще другой фирмы. Здесь вот еще индикатор температуры поставили, жидкий кристаллический. Так, все это я собираю. Ну, все в обратном порядке. В принципе, ничего сложного. Так, вилка не европейская, поэтому придется применять что-то типа вот такого или срезать, ставить нашу отечественную. Также имеется крокодильчик для заземления. Ну и вот включалка-выключалка. Так, кончик у него такой мягкий. И имеется вот такая вот здесь, не знаю, силиконовая резина какая-то тут. Ну, не резиновая, наверное, все-таки силиконовая вставочка, чтобы рукам было мягко. Вот оно отнимается. Так, теперь смотрим внимательно. Подключаю к ваттметру. Ну, видно, что сразу аж 150 ватт выскакивает. Насчет 60 ватт, наверное, не нагревательный элемент все-таки... Слукавили, скорее всего, нагревательный элемент гораздо большей мощности. Так, теперь будем смотреть и на мощность. И вот в данном случае 80 градусов у нас показывает, как бы дежурный режим. В этом режиме потребляет 1,3 ватта. Желтенькой кнопочкой нажимаем и затем удерживаем. Так. Ага, вот все пошло. Иногда странно реагирует. То есть вот я сейчас сначала выставляю температуру, пока не отпущу, он не включится. Вот где-то вот 320 градусов. Смотрим на мощность. Видите, 120 ватт был бросок. Затем мощность падает. А индикатор в это время показывает температуру, до которой он нагрелся. Сначала он показывает ту, которую я выставил. Теперь вот уже все 320 показал. Мощность уже снижается.
Видно, что почти в дежурном режиме. Теперь будет небольшими пачками. Вот мощность выбрасывается. То же самое для уменьшения мощности. Нажимаем уже вот эту серенькую кнопочку. Выставляем до градуса. Регулирует. Сначала показывает температуру, которую я выставил. Вот в данном случае 80. Вот. И затем уже через некоторое время реальную температуру измерим. 282. Сейчас паяльник остывает. Так, ну вот, в общем, такой вот интересный паяльник.